Дорожные полицейские останавливают водителей, проверяют документы и рассказывают об опасности вождения в нетрезвом виде и ответственности, предусмотренной за данное правонарушение. Напомним, согласно Кодексу об административных правонарушениях за управление транспортом в состоянии опьянения, равно как и за отказ прохождения свидетельствования на наличие опьянения, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок от 18 до 24 месяцев. За повторное совершение аналогичных правонарушений будет грозить уже уголовная ответственность. Организаторы мероприятия призвали участников движения вести здоровый образ жизни. Также жители города просили проявить свою активную гражданскую позицию и сообщать в полицию о фактах управления транспортом людьми, находящимися в состоянии опьянения, для принятия оперативных мер. Помимо привычных памяток с призывом к соблюдению правил дорожного движения, участникам акции вручили бутылочки с минеральной водой, на которых были прикреплены стикеры с призывом всегда находиться за рулем в трезвом состоянии, а также сообщать о водителях, севших за руль в состоянии опьянения, в госавтоинспекцию.